Всем привет! Лиссабонский Спортинг играет в 1/8 Лиги Чемпионов с Манчестер Сити. С катарским Манчестер Сити. Не английским Манчестер Сити, а катарским Манчестер Сити. Да. В общем, там португальская команда Спортинг Лиссабон, которая недавно выиграла кубок португальской лиги, будет играть с Манчестер Сити. Конечно же, буки-буки, явный фаворит в этом матче. Считают, что Манчестер Сити, что там будет, выдаст тело. Вот, и прочее, прочее. Я с этим совершенно не согласен. Я вообще смотрел игру Спортинга, последние матчи, да. Вот последний матч был у них с Порту. Порту играл дома с Лиссабонским Спортингом, счет 2-2. А вот почему Спортинг был удаление. Но Спортинг играл потрясающе просто. Просто прекрасно играют они в атаку, и команда очень хорошая. Кстати, в Лиссабонском Спортинге играет такой пожарник, который играл раньше в Питере. Луиш Нету. Да, Луиш Нету играет. Вот. И, между прочим, он капитан Спортинга. Капитан Спортинга Лиссабонского, да? Вот что интересно, Луиш Нету с Зенитом в плей-офф Лиги Европы не выходил, по-моему, или выходил. А вот со Спортинга вышел. Вот. Такая вот история. Но вот я смотрел за игрой Луиш Нету в Спортинге, да? Слушайте, он там пожарит просто чудовищно. То есть, как он пожарил в Зените, это были все цветочки. Как он пожарит в Спортинге, это просто за пределами чего-то. И все равно он капитан там команды. Удивительно, на самом деле. Вот, в общем-то, Спортинг играет с Манчестер Сити. Но про Манчестер Сити я не буду рассказывать, что там, как и почему. Вы все знаете там. Вот, что мы имеем про Лиссабонский спорт? Повторяю, мне эта команда очень нравится. Вот как я смотрел, как они с Бенфикой играли, обыграли Бенфику, как они играли со Спорту, да. Вот, и команда очень атакующая, и очень и играющая. То есть, она дает забивать, но и сама забивает довольно-таки много. Вот эта фора плюс полтора, даже можно плюс два поставить на Спортинг дома с Манчестер Сити. Плюс два. Вот, и на самом деле не все там однозначно в этом матче. Не все там однозначно, потому что я не удивлюсь, если Спортинг не проиграет в этом матче. Потому что команда там не слабая. Там не эти днари итальянские. Все эти Ювентусы, Интеры, Аталанты, которые не играют в футбол и не дают играть, да. Там довольно играющая команда, играющая она в атаку. Как бы там чего-то не случилось, ребят. Вот, поэтому сразу говорю свой прогноз. У меня прогноз на этот матч очень простой. Это гол Спортинга. Коэффициент 1.84. Просто гол Спортинга дома. Да, с Манчестер Сити, да. Но у них тоже нет обороны. У Манчестер Сити. И я думаю, Спортинг, он не будет там в окопах сидеть, потому что они, в принципе, не умеют в окопах сидеть. Они довольно-таки хорошо атакуют. С учетом того, что у Сити будет, ну, мягко говоря, похуистическое отношение к выезду в Лиссабон. Они поедут так, ну чё, блин, давайте постоим, побеседуем, по инстаграмщим, да-да-да, поснимаем фоточки. Вот, а Спортинг будет играть там, я думаю, гола не забью, там может и два. Поэтому я особо и не удивлюсь, если там Спортинг вдруг зацепит. Победу. Да, победу. Сейчас сразу же поклонники Манчестер Сити всего английского футбола возбудились. Да как такое может быть? Такое не может быть. Может. С такими командами, как, допустим, Аталанта, Ювентус, это не может быть. Сити их обыграет. А вот с такими командами, как Спорт или Лиссабонский, я думаю, это может. Вполне вероятно, что команда Спортинг Лиссабонский, она играющая, да, она играющая и играющая в атаку. И играющая очень-очень неплохо, очень-очень быстро. Вот, поэтому, ну, вот такие дела. Мой прогноз, как я повторяю свой прогноз на этот матч, это то, что Лиссабонский Спортинг просто забьет один гол в этом матче. Один гол от Спортинга. Все, больше нихуя не надо. Вот, поэтому, парни, вот такой мой прогноз. Смотрим матч и надеемся, что там будет много голов от Спортинга. Ну, хотя бы 3-4. Всем пока.